Как это вообще сочетается? Детская песня и звучание металла. Убили, короче, они, все. Все живое? Все живое убил он просто. Здравствуйте! Это кавер-шоу «Песня на песню», в котором музыканты встречаются не на сцене, а на ринге. 20 музыкальных команд, 10 жанров, 3 кавер-раунда. Победителей выбирает независимое жюри. Жюри кавер-шоу «Песня на песню». Дмитрий Янковский, солист проекта «Неоклассик», солист театра «Геликон Опера», участник шоу «Голос». Александр Олешко, заслуженный артист России, актер театра и кино, телеведущий, певец. Григорий Гладков, советский и российский бард, композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Андрей Маликов, музыкальный продюсер, директор группы «Мираж». Сегодня в рамках шоу «Песня на песню» однозначно самый тяжелый и самый громкий выпуск. Жанр, которому он посвящен, очень-очень разнообразен. Образ музыки, жанр жизни сегодня – металл. Хэви-метал берет свое начало в конце 60-х, когда волна хиппи начала спадать, и рок-группы стали работать над более сухим и тяжелым звучанием. Характерные черты жанра искажены эффектом дисторшен электрогитары, затяжные гитарные соло, энергичный ритм, облегченные рифы. Точкой отсчета истории жанра считают дебютный одноименный альбом группы Black Sabbath, который вышел в 1970 году, а сама группа оказала значительное влияние на развитие рок-музыки, прежде всего хэви-метал. Сначала хэви-метал охватывал множество стилей и жанров – блюз-рок, хард-рок, психоделик-рок, эйсид-рок. В 80-х хэви-метал стал основным направлением рока. Новая волна таких британских групп, как Judas Priest, Iron Maiden, Def Leppard, стали звучать из радиоприемников. Ярко выделяется поджанр глэм-метал с представителями Kicks, Night Ranger, Motley Crue, Guns N' Roses. Андеграунд направления хэви-метал отличались более резким и тяжелым звуком – блэк-метал, дэд-метал, трэш-метал. Slayer, Metallica, Megadeth. Дамы и господа, представляем вам участников нашего выпуска. В красном углу ринга группа Kill Religion. Ваши аплодисменты. В синем углу ринга группа Sensorium. Может, вы можете посоветовать, с чего стоит начинать слушать металл? С уже ставшими каноничными там группами из разряда там Slayer, Metallica, или если что-то тяжелое, это там, допустим, Cannibal Corpse. Ну, обязательно послушайте Kill Religion для начала. Браво! Это такой образец, да? Спасибо. А если считать наш жанр, то, наверное, в первую очередь эпика, Nightwish, Сирения, Тристания, Аморфис. Один из раундов называется «Детская песня». Как это вообще сочетается? Детская песня и звучание металла. На самом деле достаточно просто с этим работать, потому как у детских песен у них есть очень яркая запоминающаяся мелодия. Добавляем ударные партии, утяжеляющие данный мотив, но сохраняющие при этом ритмику данной песни, и как следствие получается тяжелая обработка. Ничего иного. Поем тяжелым голосом, то есть перегруженным, там гроул. Детям прочее. Можно такое слушать? С позволения родителей. Группа Kill Religion представит нам кавер-версию на песню «Погоня». Группа Sensorium представит кавер на песню «Нежность». Погоня, горячий ковер.
без тебя, земля. Как мне несколько часов прожить? Так же падает листва в садах. На земле, и когда летал Эксюпери, так же падала листва в сада. Мы благодарим стилистов проекта, подчеркнувших образ участников, лабораторию перемен «Я-за» и визажиста Марию Краеву. А прямо сейчас второй раунд. Детская песня. Слышу голос и манящая дорога. Кружит голову, как в детстве карусель. Слышу голос из прекрасного далека. Он зовет меня в чудесные края. Слышу голос, голос спрашивает строго. А сегодня, что для завтра сделал я? Прекрасно и далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко. Но чистого истока, прекрасно и далеко, прекрасно и далеко, я начинаю путь. Чище и добрее, и в беде не брошу друга никогда. Слышу голос, иду на зов скорее, по дороге, на которой нет следа. Прекрасно и далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко. Чистого истока, прекрасно и далеко, прекрасно и далеко, я начинаю бой.
звездам. Ждет тебя впереди приключений каскад. Ты готов, открывайся, сезам. Аратская ночь, волшебный восток, защищай нас, отвага и честь. Хоть лукав и жесток, но прекрасен росток. Наточи свой клинок и вперед. Пусть ковер самолет от забот унесет. На восток, куда сказка зовет. Лишь один войдет сюда, тот, чьи достоинства скрыты в глубине. Необработанный алмаз. Аратская ночь, горяча словно день. Звезда, как всегда, и даже тогда отстоится день. Аратская ночь, под арабской луной. Луна высоко, но как нелегко. Третий раунд – хит. Команды представят каверы популярных русскоязычных песен последнего десятилетия. Место походы затихло, и осталось поле рыхло. Дабы радость испытать, надо поле притоптать. Ась, ась! Природа может помогать, радости передавать, да вовремя погадать. Надо поле притоптать. Ой, 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 ой. Надо поле притоптать. Если добро шехотать, можно просто хохотать, да везде утопать. Надо поле притоптать.
Мы благодарим команды за три жарких раунда. А теперь слово жюри проекта. Мы представляем вам жюри кавер-шоу «Песня на песню». Дмитрий Янковский, солист проекта «Неоклассик», солист театра «Геликон Опера», участник шоу «Голос». Александр Олешко, заслуженный артист России, актер театра и кино, телеведущий, певец. Григорий Гладков, советский российский бард, композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Андрей Маликов, музыкальный продюсер, директор группы «Мираж». Жюри оценит наших музыкантов по трем критериям. Исполнительское мастерство, соответствие музыкального материала заявленному жанру, оригинальность кавер-версии. Максимальная оценка по одному критерию 5 баллов. Оценки суммируются. Начали вы песню за здравие, а закончили как обычно. Сами себя притоптали. Во всяком случае, на мой взгляд и на мой тонкий вкус. Ну да, прорычал, все так мощно, убедительно, прям погоня. Девочка и мальчик меня порадовали, и у них появились какие-то краски интересные, штроб-бас появился, вот такой как бы демонический, вставочка речитативная. Это хорошо. Единственное, конечно, ну, на пятерку мне не хватило, чтобы они сделали либо двухголосие, либо девочка ушла наверх. Мне второе исполнение понравилось. Вот во время их пение, вот, Дима высказал очень верную, ну, такой интересный для них, может быть, ход, если бы какой-то куплет или часть он бы спел именно академически, как в мультфильме. Что будет, если вас умыть и снять эти очки? Что останется? Понимаете? Может быть, вам подумать про смену имиджа, потому что долго на это смотреть невозможно, это очень отталкивает. Ребята в жанре очень качает, хороший звук, заполняемость супер. Убили, короче, они, все. Все живое? Все живое убил он просто. Да, ты абсолютно был прав, Дим, что ему нужно было как-то посмотреть на своими фишками, и если он дальше будет так же рычать, то как бы и желание дальше слушать уже как-то отпадает. Я бы порекомендовал группе Kill Religion добавить еще одного солиста или солисту главному, который у вас поет гроулингом и скримингом, позаниматься вокалом, для того, чтобы мы, слушатели, могли слушать и вокал, и интонацию, и вот этот драйв, который передает гроулинг и скриминг. Победители кавер-шоу «Песня на песню» «Металл» становится группа «Сенсориум».
Поздравляем! Группа получает подарочный чек на 10 тысяч рублей, а также цветы от нашего цветочного партнера «Лорец». Ну а мы скрасим момент для команды Kill Religion. Сертификат от нашего партнера «Русская пицца» на вкуснейшую пиццу. Сейчас мы узнаем, кавер на какую песню представит группа «Сенсориум». Выбирайте, все честно, при свидетелях. Все песни новогодние. И песня, которая досталась группе «Сенсориум», «Маленькой елочке холодно зимой». Классика! Дорогие зрители, мы предлагаем вам составить плейлист нашего гала-концерта, проголосовав за наиболее понравившийся кавер этого выпуска в группе ВКонтакте. Лучшие и новые каверы вы услышите на концерте в январе 2021 года. Все новости и бэкстейджи о подготовке проекта смотрите в нашем инстаграм-аккаунте. Мы прощаемся с вами до следующего выпуска. Новые эксперименты, новые жанры в кавер-шоу «Песня на песню».